Российские художники Ирина Хабибова, Сергей Колокольчиков, Анатолий Гриинов и скульптор Сергей Хориков представили свои работы нидерландской публике во время международной художественной ярмарки Open Art Fair, проходившей в городе Утрехт с 11 по 15 сентября. Нидерландская галерея New Place Art Gallery представила изысканную коллекцию российских и нидерландских художников. Вера, поддерживающая нас дух, слепая любовь, поддерживающая нас плоть, маленькая надежда к умолчанию. Эта работа получила золотую медаль конкурса. Рух надежды получила. Сергей Колокольчиков привез великолепные натюрморты на выставку и рассказывает о своей любви к искусству. Я очень увлечен натюрмортом, увлечен очень голландским натюрмортом, увлечен очень художниками Голландии 16-17 столетия. И там я постоянно ищу и нахожу очень много интересного. И те, кто говорят, что живопись умирает там как-то, я этому совершенно не придаю никакого значения этим словам, я этому не верю. Вот, я думаю, что живопись, наверное, никогда не умрет, нет. Галерея New Place Art Gallery также представила работы художника Петра Фонтенборна и фотографа Генри Сендерса. Анатолий Гриинов рассказывает о своем творчестве. Одна из любимых тем моего творчества – это тема «Женщина». Господь создал самое лучшее на свете. Пожалуй, это женщина, это ее форма, это ее пластика, это ее красота и внешняя, и внутренняя. Потому что без женщины, мы бы, к сожалению, мир бы прекратил свое существование. Работы российского скульптора Сергея Хорикова заняли четкую позицию на арт-рынке Нидерландов. Его работы представлены в рамках проекта «Мраморная метафизика», целью которого является не только показать утонченные формы, воплощенные в мраморе, но и глубокое философское содержание.